Добрый вечер, участники, партнеры. Я, как обычно, хочу начать немножечко раньше. Если кто-то не подтянулся, то могут посмотреть потом запись. Так как у нас все еще в процессе, и поэтому я думаю, что те, кто зашел, те уже будут с нами, а те, кто не зашел, те еще подтянутся. Итак, добрый вечер. У нас сегодня предпоследний вебинар из нашего цикла ознакомительных вебинаров с нашим проектом. То есть поток денег – это у нас первый. Сейчас мы уже пришли к тому, что у нас почти 5000 человек. Уже работа налаживается стабильно. И то есть вебинары ознакомительные именно с потоком денег заканчиваются. В декабре у нас планируется следующий наш проект на этой же базе, то есть это уже многие знают, и по тому проекту будет еще и информация, и видео, и так далее. Я пока не буду углубляться, я сейчас хочу как раз по потоку еще сказать. У нас еще будет подключаться один модуль. Этот модуль будет как раз для людей, которые зарабатывают у нас кредиты. То есть те, кто работают на рекламе, кто зарабатывает на рекламе, кто вкладывает свое время в просмотр рекламы. Для этих людей будет сейчас открыт еще один модуль. То есть кредиты иметь на счету сейчас выгодно, а на данный момент так у нас более 20 тысяч кредитов уже наработано сейчас на счетах, и такое же количество кредитов уже выведено. То есть в течение 2 недель у нас очень хорошо пошла рекламная площадка. Нам сегодня ровно 2 недели, как рекламная площадка наша открылась. Я также наблюдаю за нашей реферальной системой по площадке. Это наших 3 уровня. Мне повезло, у меня кто-то на 2-м уровне очень хорошо рекламирует сейчас площадку. И я вижу отдачу очень хорошую, у многих такое. То есть вы помните, что у нас с 1-го уровня вы получаете всего 2%, так как правило, людей не так много на 1-м уровне. На 2-м уровне у нас людей больше, мы получаем уже с каждого человека 4%. И на 3-м уровне у нас, как правило, людей еще больше, и мы получаем с каждого участника 6%. Это по работе по кликам. Люди заходят, наши партнеры новые заходят, начинают зарабатывать без вложений, а мы получаем с того, что они просматривают рекламу реферальную. То есть очень выгодно приглашать наш пассив. Не только без вложений, но и уже многие без приглашения работают. Не знаю, как то, я довольна тем, как у нас двигается, я довольна, как у нас развивается, то есть, так сказать, все идет по плану, сама не ожидала. Если так дальше пойдет, то, я думаю, мы с вами очень хорошо разовьемся, и каждый из нас может наладить действительно пассивный доход и просто получать удовольствие от наших последующих программ. Дальше, что еще хочу сказать, это у нас немножко изменился наш кабинет. Если вы видели, там и шрифты поменялись, и сегодня поменяли немножечко меню. В связи с тем, что вот я по чатам вижу, партнеры не смогли вывести деньги, не поняли, как идет вывод. Напомню еще раз, что у нас кошельки прописываются в профиле. То есть зайдите, пожалуйста, в свой профиль и пропишите кошельки Payeer. Вывод у нас на Payeer. Профиль подняли на самый верх, чтобы было сразу же видно, чтобы не нужно было его искать в меню. Очень важно прописать кошелек, иначе деньги не сможете вывести. Деньги нельзя вывести, если нету кошелька. Кошелек прописывается один единственный раз, поэтому, пожалуйста, не делайте ошибок. Как только прописали кошелек, выводится моментально от 100 кредитов. Кто занимается на рекламе, кто занимается просмотрами, кто работает там, 100 кредитов накликали и можно выводить. Деньги выводятся на Payeer моментально через специальный встроенный обменник. То есть вы вставляете количество кредитов, на Payeer вам приходит сумма в рублях. Поэтому очень внимательно вставляем кошелечек. Если вы увидели, что у вас деньги зависли, то есть были такие случаи уже,
человек неправильно написал одну единственную цифру, и понятное дело, что деньги не могли к нему поступить. То есть деньги зависают и стоят на ожидании. Как только вы видите на ожидании, пожалуйста, проверьте номер кошелька. Если кошелек записан неправильно, пишем в техподдержку. Иначе они будут висеть очень-очень долго. Теперь еще по самому нашему модулю рекламная площадка. Я уже видела, что люди даже спрашивают, как это работает. Я не ожидала таких вопросов, я не ожидала, что люди не знают, как кликать по рекламе. То есть для меня это тоже ново, но есть видео специальный обзор, который записан был специально по модулю рекламная площадка. Там хорошо все сказано. Для тех, кто еще не понял, как это делается, у нас есть вкладочка «Заработать». Мы идем на вкладку «Заработать» и видим сейчас уже большое количество страниц. У нас сейчас уже действительно хорошее количество страниц, и можно действительно хорошо на них зарабатывать. Страницы можно просматривать до 3 раз в день одну страничку. Раньше мы поставили 1 раз в день, но было очень долго и очень нудно. То есть люди заходили, первые дни вообще было мало страничек, только открылись. Внимательно смотрим на значки, цветочки. Есть желтый и есть у нас серый. Серый – это можно смотреть в неактивном окне. То есть включили страничку и можно куда-то переключить ее. Счетчик будет идти. Копчу надо заводить так или иначе. И есть желтенькие, нужно только в открытом окне, то есть смотреть на страничку. В любом случае копча и в любом случае перенаправление на рекламируемый сайт. То есть можно посмотреть сайт в реале. Там есть баннеры. Баннерная реклама на 3 дня в день 10 рублей получается. То есть совсем недорого. Баннеры можно вставлять 100 на 100 или 125 на 125 пикселей. Выбираете, какой у вас баннер есть. Баннеры можно только со своего компьютера заводить. Это наш программист так сделал, потому что сказал, что так намного безопаснее. Поэтому, если у вас есть баннеры для рекламы, скачивайте к себе на компьютер и заводите к нам. Дальше, что еще есть у нас? 25 рублей. Те, кто зарегистрирован новые. 25 рублей бонус дается для того, чтобы рекламировались баннеры. Первая реклама баннера у вас бесплатная. То есть вы можете ее оплатить с этого бонусного счета. То есть не 30, а 25 получается тоже на 3 дня. У нас уже есть участники, которые умудрились потратить 25, типа пожадничали, ввели деньги в программу и не 250, а 230 плюс 25, 250 в программу ввели, 5 оставили у себя на кошельке и решили поставить баннер. Так вот, предупреждаю, система настроена так, что она в любом случае, если вы кликаете с бонуса, значит она в любом случае снимет бонус. Есть у вас там достаточное количество денег или нет? В противном случае, если у вас не будет достаточного количества, реклама не запустится. Но, пожалуйста, этих 25, они были изначально для баннерной рекламы. Это уже говорилось в предыдущих вебинарах. То есть, пожалуйста, оставляйте 25 у себя на счету, если вы готовы рекламировать баннеры. В принципе, я хочу, как обычно, уложиться в 10 минут. Потому что больше 10 минут, я так думаю, что людей не хватает терпения осмотреть. И слишком много воды тоже не хочу лить в наш разговор. На следующей неделе будет открываться новый сайт, наш сайт, база та же. То есть это значит, что вам не надо будет там регистрироваться, как уже было тоже сказано. На сайте будет возможность заработка, как правило. На сайте будет реферальная программа, на сайте будут различные предложения для того, чтобы можно было и на пассиве, и с маленьким вложением, и без приглашения, и с приглашением. То есть каждый наш последующий сайт нашего проекта будет построен так, чтобы можно было и приглашать, и не приглашать, и все равно иметь какой-то доход. То есть, кто любит приглашать, приглашает, получает реферальные и живет на реферальные. Кто не любит, не умеет, не хочет приглашать,
тихонечко на рекламе зарабатывает, будет также еще развиваться и это направление, и еще будет несколько направлений, чтобы охватить как можно больший круг участников. Поэтому приглашать у нас выгодно и желательно приглашать как можно разнообразнее людей. То есть, чем больше разнообразия в приглашениях, тем лучше. На сегодня информацию я дала абсолютно всю, то есть, которую я должна была дать. Видео я записываю, сейчас его обработаю и выставлю на нашем канале YouTube. Поэтому до следующего понедельника буду объявлять о новом модуле и что это и как это работает. Спасибо, что пришли. Всего хорошего.